В округе благоустраивают жилые дворы. В этом году стоит задача обустроить более 30 придомовых территорий. Удается ли коммунальщикам поддерживать дворы в чистоте и порядке, узнали мои коллеги. Детскую площадку с безопасным покрытием здесь установили 7 лет назад. Тогда же, в 2015 году, этот двор у дома номер 7 на Волковской улице комплексно благоустроили. Установили лавочки, урны, информационные щиты и освещение по периметру площадки. За содержанием территории следит ЛГЖТ, одна из крупнейших управляющих компаний Подмосковья. Сейчас никаких нареканий к уборке нет, сейчас очень все хорошо. Зимой, конечно, были проблемы, но проблемы возникают из-за того, что машин много, убирать невозможно. И, конечно, вот хотелось бы, чтобы детскую площадку зимой тоже убирали хорошо. Но у нас, вот видите, много зелени. Единственное, конечно, вот то, что опилили деревья некоторые, взамен нужно новые посадить. Качество содержания дворовой территории проинспектировал Владимир Ружицкий. Глава округа пообщался с жителями и дал оценку работе коммунальщиков. Здесь особых замечаний нет. Те замечания управляющей компании, я их высказал. Они поправят, а так в целом я оцениваю, что территория содержится достаточно неплохо. Но наша задача и поддерживать общественный порядок, и содержание территории, потому что трава растет, бурьяны, все буйствует, поэтому, понятно, травку надо косить, за газоном надо ухаживать. Всего в округе 687 дворов, 34 из них обустроят в этом году. Богдан Колесников, Денис Угольников, телеканал ЛРТ.